Меня зовут Алексей Ницца, и сегодня я расскажу о том, как подобрать лучшее сочетание двух шрифтов. Многие делают презентации, а также создают постеры или делают сайты для своих проектов. Часто возникает очень простая задача – подобрать два шрифта так, чтобы они смотрелись наилучшим образом. Если вы не дизайнер, так же как и я, тогда эта задача становится достаточно сложной, особенно если нужно выбрать эти шрифты из множества в графическом редакторе. Благодаря очень простому сервису Font Genius можно с легкостью решить эту задачу и найти наиболее объективно оптимальное сочетание шрифтов. Для начала нужно выбрать первый шрифт, и вам будут предложены варианты сочетания, да еще и с примерами. Варианты можно пролистать, а также перейти на страницы предложенных шрифтов, чтобы скачать их. Также для понимания можно вставить свой текст и выбрать из предложенных вариантов тот, который нравится именно вам. В этом случае ваш вкус будет подкреплен еще и принципами дизайна, согласно которому и предлагаются варианты, поэтому вы точно не попадете впросак.